После войны 2008 года на территории Изнаурского района были построены деревянные срубы и распределены среди малоимущих и многодетных семей. Были составлены списки, и 15 семей стали обладателями деревянных коттеджей. Но со временем кровли домов стали протекать. Специалисты отмечают, что все дело в том, что строительный материал, из которого были сделаны крыши домов, не был пригоден к использованию в наших условиях. К тому же не были соблюдены технологии строительства. Хозяева домов обратились в местную администрацию с просьбой помочь им заменить старые кровли на новые. Мы внесли их в план в прошлом году и уже сейчас заменяем кровли. Уже удалось заменить крыши 4 домов. Для многодетной семьи Кабуловых был построен деревянный коттедж. Они благодарны руководству за улучшение жилищных условий. У Шута Кабулова и Ноны Тхилидзе 11 детей. Они рады, что им выделили строительный материал и заменили старую кровлю на новую. Мы благодарны руководству республики за улучшение жилищных условий. Кровля нашего дома протекала и создавала нам неудобства. Обратились в местную администрацию, и нам была оказана помощь. Выделили строительный материал и заменили кровлю. Хотим выразить огромную благодарность за такую поддержку. Руководство района уделяет пристальное внимание всем тем, кто нуждается в помощи. Алена Утаева, Заур Устаев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.